Здравствуйте, дорогие товарищи. Я исключил практически алкоголь из своей жизни. Бывает такое вот, бывает. И если ты не алкоголик, значит, ты спортсмен. Есть такое поверье у людей. Поэтому челленджи спортивные сейчас настают. Эра спортивных челленджей. И запустил этот челлендж Игорь Войтенко, по-моему, подтягивание за 120 секунд. То есть ты делаешь столько, сколько можешь за 120 секунд. Ну, в принципе, я, короче, пробовал уже. Попытка была неудачная. Цель у меня будет, допустим, 30-ка. 30 раз. Не знаю, смогу ли я. То есть отдыхать можно хоть сколько делать подходов, хоть по одному разу. И, в общем, вот и все. Теперь будем пробовать. Ассистент, пожалуйста, камеру. Сейчас я так, ее хочу. 30 секунд подготовка. Можешь поздороваться? Не хочу, я не накрашена. Ты запустил? Нет. Да, началось. Эй, надо звук включить. 20 секунд. Десять. Я услышу. Да. Но там будет 3 секунды, чтобы взобраться. Еще 100 секунд. Десяточка готова. Еще 2 раза по 10 и все. Что, 97 секунд есть? Да. Нет, 103 было. Ну я отдохну дня 3, наверное. 85. Может, норм будет. Половина времени прошла, а я думаю, я еще 16 не сделал. Сколько? 14 хотя бы, да? Угу. Тридцатки. 50 секунд. Сейчас 25, уже 15. Оп. Так. 4 было, да? Сейчас. 4. 26. 21. Ой, 25. 25. О, у меня было 2 попытки до этого. Я сделал 23, потом 24. Сейчас сделал 25. По разочку прибавляю немножечко. Фу. Ну, в принципе, вот. Кажется, легко, если ты умеешь подтягиваться, допустим, раз более 10. Думаешь, ну, 10-15 подтягиваюсь, 2 подхода, и типа за 120 секунд я сделаю 30-ку, но... Не так просто это удается, оказывается. Ну и, в принципе, я тоже подтягиваюсь не каждый день. Так вот, это же челлендж. Поэтому делаю... Ну как делаю? Это сделал Игорь Войтенко. Поэтому, товарищи, повторите за мной.
пробуйте, записывайте видосики. Ну и в принципе вот и все. Всем счастливо.